Приветствую вас, леди и джентльмены, другие подруги, с вами Мортин, а также капитан Очевидный. Всем приятного чаепития. Красавчик. Сегодня вы увидите бой команды Indie Head против команды Indie Fight и узнаете, насколько все было глубоко из моих глаз. Да, всем приятного просмотра. Ну что, Ракутагин, сколько фрагов сегодня сделаешь? Один или два? Я сегодня буду гнуть, как Ракузава Нубичи, вот увидишь. Все нормально будет, блин. Хрен нас так кто просто нагнет. Сейчас главное что? Главное агрессивно играть. Агрессивность в самом начале — это путь к успеху. Очень даже это может сработать. Я думаю, сейчас как бы мы так и сделаем по-любому. Наши ребята, они заходят моментально. Я просто врываюсь и догрызаю все, что нужно. Тихо, нет, ребята, да куда, стойте, пацаны? Вся наша команда уничтожена. Мы проиграли раунд. И пошел реальный ноги. Ах, бля. Давай, Коля. Долгил. Лучший Коля, красавчик. Машенька, живи, живи, родненькая. Вот так, уставай. Да, блин, сука, ну да, интересно, еще же вы за изверги такие. Нет. Мы проиграли. Holy shit. Ха-ха, сочно. Чё тебе сочно? Это проклятая карта для меня. Я не знаю, почему все считают, что она топовая. Я как на нее не пойду, то тысячный подрыв случится, сука. То еще какая-то жопа. То фасткап мы на ней втрём. Ни на одной другой карте. Вот серьезно, вот, я не знаю, убежку легче играть, чем эту карту. Почему такая жопа? Что это, сука, за проклятие? Довольно этих издевательств. Ну-ка. Да ну блин, ну сука, ну за что? Команда противника разбита. Ракутагин, ты такой молодец, ты мой день сделал. Пошел в жопу. Это габилизация какая-то. Просто скажи мне, что сейчас все по-другому будет. Просто молчи, Кэп, не беси меня. Я тоже надеюсь, что все будет по-другому. Должно быть по-другому. Ладно, здесь у нас все отработано. Здесь как-то оно попроще в плане тактики. Я думаю, нормально будет. Пусть только попробуют ворваться. Быстро у них по-любому не получится на двушку. По-моему, они на один пошли, да? Да. Это один. Честно говоря, немножко мы не ожидали, конечно. Ладно. Но обычно на двушку ходят. Хрен на единицу ходить, правильно? Правильно. Бомба установлена. Главное, аккуратненько. Вот так мы хорошие. Там. Да. Зараза, блин, а. Давай. Давай, брат. Черт. Слушай, может они читеры? Сам ты читер, собраться надо. Досадно. Да это жопа, а не досадно. Это что такое? Это дым на арку. Надеюсь, я его правильно кинул. У меня с дымами бывает накладочка. Как на фасткапе на пункте назначения? Да, есть такое. Пришлось взять МПХ. Ах, сука, ну блин, ну как же так, ну. Давай, слытуха, братуха. Колян, блин. Снайпер, а медиком играет вообще как, я не знаю, супер. Вообще красавчик. Просто монстр. Бля. Так. Да блин, надо... Чё-то нам немножко не хватает в этом раунде. Так. Эх. Что-то как-то проблемно пошло. Я знаю, что проблемно, не надо напоминать. Ух, молодцы, ребята, молодцы. Не, ну должен признать, эту карту вы сильно играете. Да мы все карты играем сильно. Я не знаю, что было на прошлой карте, что не так пошло. Здесь-то понятно, у нас технические проблемы, блин, возникают. И немножко еще какие-то несыгранности есть. И то мы вон играем шикарно. На первой карте я вообще не понимаю, что. Я говорю, это проклятие мостов. И вообще нельзя играть эту карту.
когда я в команде. Жопа какая-то происходит. Так. Блин, слайтуха один наверху. Тихо! Картина маслом. Нубичи убивает Юкичи. Кэп, твой сортирный юмор, это знаешь, это вот 2014 он там остался. Что-нибудь пооригинальнее, посвежее надо придумать, понял? Машенька нагиб. Плохо. Это очень плохо. У нас второй вылет, блин, в решающих моментах. Мы... Если бы она сейчас... Ракутагин, нет, это не твой девайс. Это мой девайс, не умничай, понял? От меня много не требуется. Дефа у меня есть, а со снайперкой я хотя бы смогу убить кого-то на дистанции. Это на самом деле неплохая идея. Главное попасть. А попасть у меня с этим проблем обычно нет. Во, красава! Купидоныч! Папайя! Ребята, мы можем забрать! Мы просто можем сейчас забрать карту! Бомба потеряна. Сука, спина. Я думал, мне показалось. Игрок с бомбой убит. Нет! Идет! Бомба взята. Не, ну тут, честно говоря, Ракутагин, прям я в тебе удивлен. Почти получилось. Меня не устраивает почти, я в шоке. Почему именно в этот момент должен был быть не ваншот? Почему так? Я не согласен с таким говном. Бомба установлена. Блин, реально, если бы Лакара не вылетела, мы бы сейчас уже победителями были, я даже не сомневаюсь. На пол шишки просто были от победы. Как так-то? Слышу, кто-то здесь есть. Кто-то рядом тусит. Ну давай, 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 давай. Ну такая зараза, не идет, а. Ладно, я сам пойду. Досадный промах. Согласен. Давай, Машенька. Машенька умница. Машенька красавица наша. Враг уничтожил всех наших бойцов. Давайте, ребята, соберитесь. Соберитесь, это наша карта. Мы тут должны гнуть. Жопа, резать надо. Не резать сейчас вообще нельзя. Надо по-любому резнуть. Надеюсь, Давай, папаха. Бля, жопа. Вся наша команда уничтожена. Мы проиграли раунд. Ладно, Ракутагин, не расстраивайся. Вы себя еще покажете. Я знаю, что покажем. Мы эту карту должны были просто по-любому забирать, понимаешь? Все шло прямо вот шоколадно. И потом бац. Нагиб.